Моніторинг пахові праці під час веснових польових робіт стартував у Білорусі. Громадські перевірки будуть проводитися на протягу місяця. За цей час інспектори побувають во всіх господарках. Особлива увага буде нададена створенню санітарно-бытових умов для працюючих і проведенню держтехогляду техніки, яка буде задійничана під час посявної. Разом з інспекторами праці обласного об'єднання профсоюзів у рейд по Чачырскім районі виїхав наш кореспондент Олег Сінцеров. У Гомельской области Чачерский район относится до лику полночных. На мясовых палетках зараз еще лежит снег, а тому практически вся техника находится на так званой линейце готовности. Меж тем задание вызначено до 20 красовика. У районе повинно быть завешено сёба зерневых до 10 мая кукурузы. У акционерном товариществе «Звезда» до посевной подрахтовали всю необходимую технику. За выключением работ, связанных с ремонтом складанной электроники, все зарабили уластными силами. Это больше тонна, чем крестаться послугами специализованных предприемств. Гроши не лечить у всех. Разом с тем, такая загруженность могутности у сельгаспредприемства мая на увазе створение максимально обеспеченных умов працы. Хоть под час месячника профсоюзные инспекторы не только фиксуют порушения, але и оказывают практичную допомогу. Научив на практике обратить внимание на узкие места, мы все-таки думаем, это одно из тех направлений не только мониторинга и контроля со стороны профсоюзной инспекции, но главное – оказание помощи, практической помощи в работе по охране труда. У Чачерском районе техника на палетке вышла еще на минулом тыдне, але полевые работы протягивались только два дни, покуль не почались заморозки. Зараз на некоторых участках ведется внесение удобрений, але у господарках сподеются почать массовую работу уже на наступном тыдне, ведь годность глебы не вельми высокая, треба не стратить час. Если не будет дождей, достаточно не пройдет влаги в землю, то не знаю, что мы в этом году, какие урожаи будем получать. Но хочется надеяться на лучшее. Полностью готовые до весновых работ и в коммунальном сельскохозяйственном унитарном предприятии Роуковича Агро. Причем, одночасово непосредственно с ремонтом, значную увагу тут надали питанием безопасности работников, начиная от створения належных умов на працовных местах до штодённого медицинского огляду водителей. А проча того, у этом году на всей технике, якая будет перемещаться по дорогах, установили светлоотбивальные элементы. Ранее этого николи не робили. Клопотиться в створении беспечных умов примушая ситуация, как и у звезде у Роковичах Агро основную участку ремонтных работ робили уластными силами. Денежные средства были выделены бюджетные, 32 тысячи. Мы закупили запчасти, и вся техника без посторонних организаций сервисных была подготовлена собственными силами. Ждем погодные условия. Как только позволят погодные условия, выходим в поле. Олег Сентеров, Евгений Матеенко, телерадиокомпания «Гомель», Чачерский район.